Друзья мои, всем привет! Мы русские. Стартанули на аэродроме. Наша задача вот в этих вот ангарах стоят самолеты сушки. И немцы хотят ликвидировать эти самолеты. Нам надо обеспечить безопасность вот этого вот летательного средства. Слышно? 1, 2, 3. Ну, давай. Мы, оборона непосредственно вот этой пожарки, вот этого вот сектора за ангарами, перед ангарами и так далее. Все, мужики, рассасываемся, меточки на себя. Всем удачи. Слышно, да? Ты вроде метку не туда поставил, да? Или ошибаюсь? Там туда я ткнул. Нормально все. Я ничего не говорю. Так, парни, смотрите, любой мрап или там что там у них, эти тачки, которые... Мазик здесь? Которые к ангару едут, все взрываем. Мазик. Прогрузился еще. Ничего не давай лутать никого. Скажи то, что. 1-3 на дальний. Да, на дальний. Зайдет у меня боец, он вылетел. Тут АТПГшник стоит около пожара. Он сейчас зайдет, он вылетел. Все принял. Я сказал в ДВшку, чтобы его не лутали, блядь. Передай Мазику, чтобы он отдал СПН РПГ. СПН РПГ, отдай майонез. Передал. Нормально занял слот, отдайте, блять, РПГ СПН. В смысле, вы семерку отдали, что ли? Ну, я так понял, да? Бля, там были простые трубы 75, и у нас две штуки. 1-2 на связи. У нас не будет семерки, да? Я могу снимать этот рюкзак. Да, выкинуть можешь. Клин. Метки, мужики, на себя по возможности. Медик ТДВ. ПРК. Слышно. Один, два на связи. Курган, я твою вижу. Кто там с нами? Майонез и... Майонез. Симпай тоже с вами. Да-да-да, здесь я отдал метку, эту штуку. Метку. Сейчас симпай еще не тоже. Занял, я сейчас. Угу. И на вас просто дублируешь. Да. Симпай, смотри, у нас первый, второй, третий ангар, пожарка, и от пожарки на северо-запад чуть-чуть вот эта факторочка небольшая. Вот этот сектор. Пожарку можно, да, занять? Ну, там уже гизмо и этот сидит. И курган. Метку да, вижу, продублировал. 1-2 на эту метку на севере, одного бойца с биноклем. А, окей. СП надо.
Бэха, только не ломай забор, пожалуйста. Окей. Нет, на северном респе никого, а едем. Семь вечера. Без 10:07. Чем дальше, тем темнее будет. Санта, у нас что-нибудь минировали, нет? Нет. Охрена ли они? А разве есть мин у нас? У нас нету мин, ничего там не минировали, все. Скрутите. Позабыли, это не услышим. Вертушка, восток. Вертолет с запада. Вертушка с запада. Говорят, там враг. Там, по-моему, эспенчик нас пробежал только что, нет? Метку на врага поставил, там кого-то заметили. Я не знаю, либо если бы подглав то, что там заметили кого-то.
там никого нет. Но он уже сместился. Говорят, никого нет там на ветках. Ну, мы выбрали, видимо, на пути. Он играет, что уже некоторые. В выборе противника. На БМ попал. Вертолет на мису уже. Да, БЭХ попал в него. Слышали? Да, да, видели. БМП не сильно себя пали, а все-таки вот две лавки просто. Вертолет там не падает? Нет, нет, дымит только. Бля, еще полягу из-за этой бэхи ссаной. Азошка будет работать вертолет? А зачем ты бэхи работаешь по вертолету? Добить. Так, Азошка минус. 1-3, направлю его бойца к Азошке. И пусть работает по вертушке. Принял. Мужики, надо на Зушку кому-то пойти. Ребята, СПН на востоке не отвечает, но вероятно, что... Вы что, свалились? Ну, да, ебанули там. Вертухи, по-моему, рандомно. Кто видит эту Зуху, займите. Где вообще Зушка стоит? Напротив пожарки. Я вижу Зушку. Посредине. Мне просто сейчас не слезть. Да, я сам пойду. Если не отвечает, то что-то пошло не так. Мать подошел. Зушка под обстрелом, к ней не подойти вообще. Блин. Я вот сам пришел, сел рядом с ней, по ней ебашит вообще прям жестко. Откуда падаю? Вертушка бьет. Издалека, да? Я даже к Зушке подойти не могу. По-моему, дерево прямо хуярит. У меня листья падают. Но у него пока рано или поздно кончится. Сейчас он понаглее начнет летать, я запрыгну. Один два, он обзатель северного контакта. Привет. Метку что? 1-2 контакт, метку даю. АСП на запрет отвечает?
Консерв. Еще раз. СП на западе. Я на западе. На западе они 4. Зарядить бы еще эту зушку, блин. Не было информации, лоб? Пока нет. Будьте осторожны, сейчас метку поставлю, там может снайпер скрыть. Снайперам с вами передайте. На запад. В лесу. Посею лавка. Сбил! Сбил! Ну наконец-то, блядь. Молодцы, ребята. Все, Санта сбил вертуху, ухожу от зушки, возвращаюсь на прежнюю позицию. Лавка, 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 ебашит с северо-запад 320. Лавка 320, ебашит. Макушки, с макушки аэропорта где-то, вершина, север. Мужики, держись, живые. Пожарку, пожарку сносит лавка, блядь. Мазик ранен, блядь. Ну, Бэха, выйди, выйди, выйди. Стань за диспут и увидишь его. Давай, держись, мужик, держись. Пожар? Нет.
похоронили. Да, КС лежит, пожарки нет, вообще даже руин не осталось. Так, мужики, действуем по плану, блядь. КС живой? КС минус. Нет, девушка лежит, там в пожарке было. Пожарку снесло, КС был в пожарке. Действуйте по плану, это триггер 1-3. Бэха наша, я так понял, все, да? Давно уже все похоронили за ее. Хорош, бля. Ну все, бэхи нету, блядь. Ничего нету, держись, мужики. Да диспу взялась, сука. Один, два, у вас есть кто-то с трубой там? Да, есть уже послать. Угу. Но не рассчитывайте, мужики, но... Ну, мало ли. Так, перекличка, курган. Там есть свои? Понял, гизмы. Жив. Мазик. Жив. Флойд. Жив. Сэмпай. Живой. Понял, курган только потеряли. Ну, как там, 100%? Знаете, не знаю, надо проверить. Ну, блин, если я... Не-не, он давай. мёртвый, я вижу. Он что? Лежит тут рядом. Я про то, что искусственно. Да-да, вы говорите, что надо становиться. Вторая бэха бьет с юга. Ранен под диспой. Под диспой лежу, около зушки раненая. Бинтуюсь. Должен успеть перебинтоваться. Перебинтовался нормально. Да. А, нет. Тут у кургана вроде труба лежит. Бери по возможности. Гизма поставил желтую. Лавка еще не въехал. Там. Нет, еще пока не въехал. Но ебаш. Мужики, метки обновите там на себя, потому что непонятно, кто где что. Роман, скорее всего, враг, нет, твой вопросительный знак. Принял тебя. Моих там нету. Флойд, метка актуальна. Смотри, у тебя враг появился в метке юго-восток. Внимательно. Здесь. Стоит метка дома, да. Куда там стрелять в лавку, чтобы она на ураз приехала? Да хуй знает, в бочину бейте. Только не в нос. Либо в жопу, либо в бочину. Под башню. В жопу не надо. А ПТРК у нас живой вообще? Там, говорят, глушитель стреляли. Что, принял? Чё, где, откуда? На метке давать? Где метка ПДРК? Понял, принял. Он живой? ПТРК, есть связь? Давайте сдвиг ДВ. ДВ-2, ДВ-2.
этот триггер. Саш, ты говоришь, на моем вопросе враг, да? Ну, моих там нету, да, скорее всего, там вражины. ПТРК, я так понял, уже все, связи нет, не выходит. Смещайся поближе, по лесочку там это. К нам сюда, к ангарам. Стоит под огнем. Понял. Ты в елке сидишь? Хрен, не могу понять. Вот сейчас по-моему кто-то ебашит. С юга откуда-то. По-моему, он в елке сидит у забора. Это сметки Гизма, пока не вижу туда. Да, мат, смотри, по мне ебашит, я метку поставил, вот отсюда по мне хуярит. Я понял, я сказал, что не стреляли. Понял, все, туда убираю. Так, это свои были. Флойд живой? Что, свои? Да, да. Ну да, там метка, вопросительный знак между нами и ими стоит. Смотрите внимательно. 1-2, живые есть кто-то, остался? Там группа елок, я пока там ничего не вижу. Синий. Так, а что с одной лавкой, она что-то не стреляет? А, она по ПТРК работает, понял. Поставил метку на лавку. Да, понял. Метку на лавку поставил. Один два контакта на наших авиаторах. Давай, принял. 1-2, контакт рядом. Лавка. Еще раз. А, есть, понял. Одна, да, моя, да, да, под заметки лавка. Лавка вторая, смотрите, стоит. Нет. Лавка едет в триггер. С севера враг подъезжает. Точно враг? Да-да. Труба есть? Хунять. Да, мрап, мрап. Это вражеский. Саня, там с юга подходит свои... Мрап, мрап, ко мне с севера мрап подъехал. Стягивайся ко мне, триггер. Принял. Сместиться с триггер на запад. Понял, ну по возможности, если получится потихонечку. Просто это сейчас зайдут, разъебут все. Гизма, ты не в курсах, я в бункер, в песочнице. Это сетка простреливается.
огнестрела нет. ГПшка тебя убьют и РПГ могут убить, короче. Понял. Со стрелкового нет, может спокойно в полнорост стоять. Ничего не будет. Да и наоборот отсюда хотел стрелять. Флойда, там движение какое-то было, можешь глянуть? С РПГ, по-моему, свой бежал. Да, забор. Да, свои подходят, свои. Да, 1-4. 1-4 свои подходят. Один-четыре, вы стягиваетесь, да? Лавка прет через глетку. Лавка. Пожимай. Сэнпай. Вот сейчас стрельба была по нему. Да-да, около него была стрельба. Держим, да. Я выхожу из своей позиции, смотрите. Давай. Плывет под огнем. А с позиции сэнпая поливает. Еще раз. Я вижу, у забора он стоит. МПшку не обращайтесь. Снял, минус он. Хорош, лучше. Держи. Лавка объезжает по взлетке. Мятки можно мы эти поставить? Мина, да? Нет, метод. Заминированная была, когда РГшка подъезжал. Она, наверное. Я РШГ их укинул, не долетела она до нее, они свернули сразу, блядь. Ну, увидели, что по ним что-то полетело. Поэтому не доехали до ангара, а так бы подъехали в упор. Входит жив?
Он не отвечает, смотрите внимательно. Я его, наверное, проверять пойду. Давай. Кого я снял, по нему руку. Мазик, прикрой. Постараюсь. По тебе? Гизма. Мазик. Да-да, по нему походу. Да, походу, да. А ты видишь его тушку? Нет, нет, я видел. Нет, не вижу, не вижу. Я просто видел, куда падал с снаряда. Мазика, ты можешь контролить за ангарами? Нет. Там не пройти сейчас этот хуярит там. Как раз Гизма пытался туда пройти. Короче, по возможности тебе надо выйти контролить за ангарами, чтобы они не подошли с жопы ангара, не поставили мину пуск. Я буду перед ангаров это контролить. Сейчас постараюсь. Потихонечку, помаленечку. Лавка отсюда со взлетки, по-моему, уехала, которую Гизма накрыла. Да-да-да, чувак идет, идет с севера. Он подошел к развалинам. Ты? Нет, нет. Он убил нашего, убил нашего. Где вышка железная? Принял меня?
Это я, с севера идут. У нас живой? Сука, катается там лавка.
Эх, блядь, я бился.